Здравствуйте, мои уважаемые подписчики моего канала. Сегодня сделаем видеоурок, посвященный диэлектрическим диодам. Вот такие инструменты. Начнем с того, что такое диэлектрический диод. Диод это электронный компонент, он обладает различными производимостями, в зависимости от направления электрического тока. Он служит для построения гравитации, применения тока в постоянный ток. Вот это анод, да, это катод. Бывают диоды или поводные. Газонапольные. Газотроны, интернетроны, стабилитроны, синетроны, мегатроны, плазматроны и полупроводниковые. В настоящее время основным видом применения электрических диодов это ксинотроны. Вот, ксинотрон. И это называется полупроводниковый. Туннельные, облашённые. Ванекапы, диоды, диодошотки, гамма, магнитоны. Он бывает выпрямительный, диод или детектор. Это диод же. Этот диод выпрямительный, вот, выпрямительный. Еще обозначается белой полоской у катода. Всегда у катода. Выпрямляет постоянный ток, прямильный ток. 127 раз в секунду. Вот. Широко используется в разных устройствах, смартфонах для управления постоянного тока в предмене. Всегда круглые клавиши. Этот стабилитрон. Это стабилитрон для обогащения электрического тока для излучения, чтобы излучал электрический ток с атомными электронами. Используется в катодах, ламповых телевизорах для подавления электрических спецсигналов. Такая полоска обозначает, что редкий, самый редкий. Это полупроводниковый диод с для применения для управления потока в постоянный
Это означает красный полос вокруг белого оси, белого контура, вот. Широко используется. В аккумуляторах, видеокамер. Это омотор для генерации управления изменением управления электрического тока. Вот. В инверторах. Древотрон в стеклянную корпусе, вот. Широко применяется для матрицы видеокамер для подавления белого света, белого шума.